О, все, пацаны, вас снимает скрытая камера, Саня. А что вот это тебе помогает? Я ставлю крем, мама ставит. Просто так ему. Не знаю, помогает ли оно ему. Ну, во-первых, да, пацаны все говорят. О, Андрюха, блин, травмер. Это тоже, да, да. Это, наверное, первый мой. А ты из учителя так расстроил. Не спрашивайте, вот травмировался, нельзя отвечать. Так, пацаны, сюда. Да нет, у меня, наверное, это вы нам. Сюда. Немного. Сюда, эй. Присядьте сюда. Скажите ему, что сильно бить не надо. Вдруг там камень. Вдруг там камень, еще что-нибудь. Так, аккуратненько. Денис, положи сюда, пожалуйста, мобильный. А что там? Это игра онлайн. Онлайн? Так игра онлайн чего? Бильярд, шашки, шахматы. Это выбивайка, детская игра. Ну, да, детская игра. Сейчас, выбиваем что? Башни. А, башни? Да, башни короля, и надо своими бойцами другими. И надо защищаться, атаковать. Есть люди, которые на этом игру зарабатывают деньги. Но это не ты. Устроивает. Конечно, не он. Не он. Ну, нет. Потому что он плохо играет. Нормально. Очень плохо. Ну, как ты нормально, если деньги не зарабатываешь? Я лучше играю, чем вот это. Чем он, да. Ну и что? Я свой аккаунт дал ему. Молодец. Так продай. Я продал. Продал. Ты делай хороший аккаунт и продавай его. Андрюхе продай. Да зачем у меня спорить? Вы все? Ну, все. Садитесь сюда. Садитесь сюда. Так. Пацаны. А с медалями что же? Еще раз. С медалями наши. С медалями? А ты что думаешь? Я такой быстрый. Нет, я не знаю. А что надо подать? Я не понял. А, точно, Сергей Анатольевич. Слушаю. А можно тот номер, который делает эти карты спортивные? Я вам сброшу в Facebook. Я тебе сброшу в Facebook и звоните. Вот я сегодня был там. Нету. А в деньги попросить? Так нам уже если сделать за 2019, зачем нам 2019 год, 20-й? Надо повесить здесь. Там каждый, смотри, они что сделали? Я сейчас выключу.